Всем привет! С вами я, Виктория Исаева. И я здесь, чтобы напомнить вам – жизнь прекрасна. Сегодня поговорим об одной фигне, которая очень сильно омрачает наше существование. Неприятная штука, которая называется вегетососудистая дистония, или ВСД, и панические атаки. И сразу хочу сказать, что я в этой теме далеко не эксперт. Если вы хотите научное, профессиональное, обоснованное мнение эксперта, то посмотрите канал Алексея Красикова «Неврозы мегаполиса». Очень хорошо, очень классный влог, очень много действительно полезной информации. Я же в этом видео говорю просто с позиции человека, который столкнулся с этой неприятной хренью и смог ее преодолеть самостоятельно. Итак, панические атаки. Что это такое? Это такие приступы, совершенно немотивированные, необоснованные, плохого самочувствия. Просто, как будто без всякой причины. Например, спишь ты и вдруг просыпаешься посреди ночи, сердце колотится, весь в холодном поту, тебя тошнит, тебе плохо, с чего непонятно. Или едешь ты в метро, там на эскалаторе поднимаешься и вдруг начинаешь задыхаться, чувствуешь, что тебе кислорода не хватает, что все плохо, грудную клетку сдавило, сердце молотит, все. Или, например, едешь ты там, стоишь в пробке в машине, и вдруг у тебя начинается голова кружиться, и у тебя такое ощущение, что ты сейчас в обморок упадешь. То есть вот такие вот приступы прям очень неприятного, физически плохого самочувствия, при этом они ничем не обоснованы. Да? Многие называют это по-разному. Да? Кто-то говорит, ой, у меня просто вегетососудистая дистония, у меня там сосуды плохие. Кто-то говорит, ой, у меня тахикардия, у меня там аритмия, у меня еще что-то. Ну, по сути, это все просто панические атаки, да, приступы паники. У меня такое тоже было, я это тоже пережила и тоже с этим справилась, поэтому сегодня расскажу, да, как это было у меня. Как это вообще происходит? Панические атаки начинают обычно долбить человека после того, как в жизни был какой-то тяжелый стрессовый период. То есть пока был стресс, может быть, умер кто-то из родных, развод, увольнение или вообще все сразу. И пока вот этот стресс был, обычно человек так это собирается и держится молотком, берет себя в руки, все. А потом, когда жизнь вроде как наладилась, вроде как прошло какое-то время, отпустило, и, может быть, ты даже уже подзабыл, что у тебя был стресс, думаешь, фу, ну все нормально. И тебя вдруг начинает накрывать вот такими приступами, да. И они начинаются вообще спонтанно, совершенно в любом месте. Там, например, да, ехал ты в метро, и вдруг тебя начинает крыть, тебе плохо, ты там либо хочешь где-нибудь сесть, упасть, либо тебе хочется бежать бегом-бегом из метро выбегать, звать на помощь, еще что-то, ну вот клинит прям конкретно. Тебе прям кажется, что это может, не знаю, начало сердечного приступа или еще что-то в этом духе. У кого насколько богатая фантазия, да, тот, кто себе и домысливает. Вот. И сначала ты начинаешь ставить такую ассоциацию. Тебе кажется, ой, мне становится плохо именно в метро. Ну все, в метро я больше не ногой, а то меня там может накрыть, да, мне там может стать плохо. Или, ой, меня обычно в пробках клеманит, все, в пробках больше не стою, буду как-то перемещаться пешком еще как-то, не в часы пик и так далее, да. Но по мере того, как ты живешь, панические атаки прогрессируют. Если сначала они тебя кроют только в метро, потом уже и в пробках, потом на машине, потом там, потом уже тебя может накрыть просто дома в своей кровати, лежишь спокойно, читаешь книжку, все замечательно, и вдруг начинается, да, то есть вот лично у меня были приступы удушья, да, я прям задыхалась, прям хватала ртом воздух, никак не могла вдохнуть, вот так вот, все, вот мне кажется, что я вдыхаю, а кислород в легкие не входит. Сердце молотит, голова может начать кружиться, да, там ладони потеют, еще что-то, у кого-то желудок, кишечник крутит. Ну, у всех по-разному, но у всех примерно одинаково. Вот, и что же делать в таких ситуациях? Вот во время таких приступов обычно человек начинает очень сильно загоняться, себя накручивать, думать, что с ним что-то не так, что он может в любую минуту тут умереть, кони двинуть. К этому еще бывает присоединяется загон, что, о боже, на меня все смотрят, я тут веду себя как псих, или наоборот, что, о боже, все смотрят, но всем все равно, никто мне не придет на помощь, да, никто мне не поможет. Вот. И такие приступы, они учащаются и учащаются. Если сначала, да, человек просто избегает мест, да, в которых он испытывает такие приступы, то потом эти приступы тебя кроют везде, и человек может дойти до полной агорафобии, и даже страха выйти в булочную за хлебом соседнюю, потому что вдруг меня опять накроют, да. И, собственно говоря, когда у меня такое произошло, я сначала пошла по всем врачам, обследовалась вообще по всем пунктам. И если у вас тоже есть панические атаки, есть такие приступы плохого самочувствия, я тоже советую обязательно обратиться сначала к врачу и полностью проверить себя, потому что, ну, это, во-первых, надо делать, да, если вы хотите быть здоровым, проще сохранить здоровье, чем восстанавливать, и регулярное обследование полное у врача, это ничего такого страшного здесь нет. Вот, я полностью обследовалась, когда я убедилась в том, что по физиологии у меня все вот, здорово, как конь, я поняла, что это именно в голове, и я начала уже тогда разбираться с этим, копаться сама. Я стала анализировать, что запускает паническую атаку.
что вообще, как я вызываю в себе эти состояния, как я сама себе их создаю. Ведь мне это не метро, не пробка, не очередь, не что-то еще. Это я сама создаю это состояние, каким образом я это делаю. Я поняла, что паническую атаку обычно запускает мысль. Мысль, которую мы не осознаем. Например, «О боже, мне может стать плохо». Да, одна эта мысль уже может сформировать в теле вот этот вот мандраж и эту трясучку. И дальше, что характеризует паническую атаку, по крайней мере, у меня, вслед за одной этой мыслью, которую ты, может быть, даже не осознаешь, начинается рой мыслей. И в голове такая словомешалка жесткая, то есть у тебя мысли мечутся, как птицы в клетке, да, и эти мысли так разгоняют и сердце, и кровь, и все, что действительно тут недолго и с ума сойти, и сознание потерять, и всякое разное, да. Мысли начинают метаться. И я поняла, что у меня начинаются эти панические атаки, когда у меня мысли начинают просто со скоростью света крутиться в голове. Причем мысли всякие вот тупые, чухня, типа, о боже, я сейчас умру. А если сейчас все увидят, какая я дура, тут стою, умираю. А что же, ну вот просто, да, то есть мысли тупые, вообще нелогичные, неадекватные. Вот. Соответственно, что нужно сделать? Нужно успокоить этот бег мыслей. Нужно сконцентрироваться на чем-то одном, потому что внимание очень рассредоточено. Нужно, чтобы остановить паническую атаку, нужно концентрироваться. Я нашла такой способ, например, концентрироваться на дыхании. Да? Самое простое, самое доступное везде, в любой ситуации. Ну, кроет тебя, ну, начни дышать. Если ты сидишь, например, в пробке, да, или в каком-то замкнутом пространстве, и тебя кроет из-за того, что у тебя замкнутое пространство, начни концентрироваться на своем дыхании. Старайся вдыхать в живот медленно и глубоко, минимум на 4 счета, можно дольше. Раз, два, три, четыре. И также на 4 счета выдох. Можно присоединить движение головы. Вот у меня было затрудненное дыхание, мне казалось, что я никак не могу вдохнуть. И я делала дыхание, да, специально с движением головы. То есть вдох через нос, голова запрокидывается, и выдох через нос, голова опускается. И вот так вот посидишь, помедитируешь, ты должен прям считать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Потом 5 счетов, потом 6 счетов. Постепенно ты замедляешь свой выдох, да. Вот. Можно также последить за своим сердцебиением и пульсом. Ты на нем концентрируешься, ты слышишь его бешеное биение. И ты начинаешь его опять же успокаивать. Опять же считать вдох 4 удара, выдох 4 удара. Потом вдох 5 ударов, выдох 5 ударов и так далее. Надо на чем-то зафиксировать внимание, найти некий якорь. Еще очень хорошо помогают в таких вот ситуативных вещах какие-то масла. Например, я очень люблю ароматерапию. Я использовала либо мятное масло, которое очень хорошо помогает при различных страхах, либо масло чайного дерева, которое тоже является эмоциональным анестетиком. Вот, пошло тебя крыть, достало, понюхало, начинаешь дышать, начинаешь вот прислушиваться к запаху масла, начинаешь концентрироваться. Да? То есть суть в том, что надо на чем-то зафиксироваться. Кроме того, поскольку мысли отплясывают пьяный танец в голове, надо наполнить голову какой-то адекватной мыслью. Например, все хорошо, я успокаиваю свое сердцебиение, я здоров, все нормально, с каждой секундой я чувствую себя лучше, я свободно вдыхаю жизнь полной грудью, мое сердце бьется спокойно и ровно. Я воплощение спокойствия и гармонии. Может быть, это чушь, это не важно. Это важно то, что вы сконцентрируетесь на нормальных мыслях, а не на бредовых. Типа, о боже, я подыхаю, да? Как трагично умереть в 20 лет. Вот, если вы идете, например, в метро, и вас на ходу накрыло, мне очень нравится такое упражнение, как походка силы. Его, кстати, вообще, в принципе, надо использовать. Язык прижимаешь к небу и делаешь 4 шага вдох, 4 шага выдох. Идешь, считаешь. Раз, два, три, четыре, вдох носом. Да, раз, два, три, четыре, выдох носом. И язык прижат к небу. Кстати говоря, эта походка подойдет для абсолютно здоровых, нормальных, адекватных людей. Она очень хорошо дает приток сил, приток энергии, да, приток такой вот уверенности. Можно эту походку практиковать просто, когда идешь на работу, чтобы зарядиться силами, хорошим настроением. Еще один, который мне нравится способ, это дыхание, целительные звуки. Опять же, когда у тебя вот панический испуг, и ты не можешь с ним совладать, делай медитацию целительные звуки. Да? Там есть специальный звук для работы со страхом, да? Это звук ЧУ. Для того, чтобы сделать, да, целительные звуки от страха, надо сделать хороший вдох в живот глубокий, сесть вот таким вот образом и поднять голову с выдохом со звуком ЧУ. Немного странно, но реально помогает. За 9, 18, 21 вот таких вот дыхательных циклов, да, вдох, выдох, ЧУ. Опять вдох, выдох, ЧУ. Вот реально страх в теле как-то успокаивается, сердцебиение успокаивается, очень хорошо, очень приятно. Отпускает, реально отпускает.
Вот. Это что касается ситуативной, да, работы. Вот если вас прямо сейчас накрыло, что вам делать? Вот я вам сказала, что вы можете поделать, что вас притормозит и успокоит. Вот. Но, конечно же, эту проблему стоит решать радикально, да, потому что человек не должен жить с паническими атаками, он не должен мучиться от ВСД и мучить себя ВСД в первую очередь. Поэтому в идеале, конечно, докопаться до причины. А причина – это подавленные эмоции, да, эмоции, которые мы подавили в своем теле одно время, не выпустили их вовремя грамотно, не вывели из организма, и вот они изнутри теперь давай нас распирать, волновать, трепыхать и так далее. Да, вот эти эмоции, конечно, надо осознавать, выводить, отрабатывать. Как вы знаете, есть очень много практик от эффективного прощения, медитации любви, целительных звуков, дневников самонаблюдений, да, разных-разных. Медитации Оша очень классно помогают. Вот, то есть каждый найдет, да, свой способ. Что касается меня, я использовала для устранения ВСД шестишаговый рефрейминг. Он мне помог, помог очень круто, до сих пор наслаждаюсь. Вот. И если кто-то, кому-то интересно, вот видео про то, как я убирала свои панические атаки, как я справлялась с ВСД, что мне помогло в этой ситуации. Ну и еще раз повторюсь, что если вы хотите прям детально и пристально, да, изучить эту проблему, получить какой-то более научный взгляд, более профессиональный, то посмотрите Алексея Красикова, у него очень интересные перископы, у него очень интересный канал на Ютубе. Хороший психолог-консультант, действительно очень талантливый. Мне очень нравится, очень много полезного и интересного. Вот такая вот у меня информация для вас сегодня. Будьте смелыми, наступайте на свои страхи. Не надо жить и мириться с ними, надо с ними работать, смотреть им в лицо и один за другим вычищать их, освобождать свое тело и свою жизнь от них. Ставьте лайк, если вам это видео понравилось, подписывайтесь на мой канал и помните, я вас люблю, и вы ничего не можете с этим поделать.